Яички ей отвезем, да? И кулич. Кулич. Она здесь вниз. Она не сад, здесь не. Чего? 9 часов 50 минут. Какие 10 рублей? Пойдем на кухню. Это кулич. Понесем, давай. Сушу. Помятая, надо погладить. Так, у нас завтрак, Пасха. Специально ездила в Минские булочные. Вот так получилось у нас. Ну, мы будем есть, кстати, с наклейками вот такими, потому что, чтобы вызлить людей. Тут очень много изюма. Очень много. Очень сладкая. Да, очень сладкая. Захар, ты ковыряешь? Нет. Изюм выбирает. Так что это за круги кукушкины гнезда на деревьях? Как это называется? Это, по-моему, это не гнезда, это какой-то это типа. Бактерия? Ну, паразит какой-то. Где? На деревьях. Нет, вот. Вот это вот. Ну вот это вот это вот. Амила белая. У меня есть такое растение, вот с нее делают, кстати, это. Для нервной системы. От неврозов там. Пойдем и туда. Папа удочку хочет закинуть. Нет рыбы. Уже я помню, что затапливало. Мы тут у нас просто жили в банке, потом бухли. После этого рыбок захотел. Велосипед. Там твой хвост. Чего? Солнышко, солнышко, солнышко. На, подержи. Вот так. Лягушка. Правильно, правильно, лягушка. Привода, знаешь, вот это вот во враге, такое ущелье, да? Два бассейна. Там речка. Скалы, смотрите. Скалы. Тут был океан раньше. Когда-то. Ой. Thank you.
Надо повторять. Так, Антон. Что, Захар, будешь открывать? Давай, открывай. Что? Селедку грибы не надо? Какую селедку? Ну, резать. Обычную? Усоленую. Нет. То дома к шашлыку добавочку. Не надо. Мы уже ели, тем более. Нам этого достаточно. Я не стала, думаю, спрошу, а то вдруг потом. Открывай, показывай маме. Маме показывай. Боже мой, что такое? Ой, пусть сам достает. Это фетки. Конфетки. Это вкусный фарфорчик. Это из Чупа-Чупа. Мы как и снимаем. Снимали его трусы. Так нельзя снимать на YouTube. Чупа-Чуп, да. Давай дальше доставать. Дальше. Все же смотрим. Что-то Мипка слышит. Что-то протекло. Смотри, сейчас родители ругаться будут. Оно все течет, потому что жарко. Открывай, Захар. Вот это штуки мы недавно кушали. Вот эти две штучки тяни. Тяни. Давай. О, давай. Помнишь? Нет. Как нет? Вроде. Да вроде снимала. Даже я открыла. Уксус. Шашлык будет? Будет. Да? Да. Антон, по заказу ты же хотел. Или... А, ты же ел уже на... Ой, все. Чего? Ничего. Ничего не ел. Мама, котик. Они тоже получили искать билеты. И тоже туда, наверное, ели. Фикс прайс. Сынуля. Сынулечка. Папа. Вон она спрятала.